Нет, конечно. Не очень. Вот сейчас пенсионеров, конечно, покупала нет. себе таблетки от давления, и они были на порядок дороже. Прямо на порядок. 895 рублей 28 таблеток на месяц. Да. Очень дорого. Для пенсионеров. Пенсионеров. Дорого. Давно там не скупалась, но вообще подорожание, конечно, и отсутствие некоторых товаров не очень устраивает. На сегодняшний день, наверное, все подрастает чуть-чуть. Ну, устаканится, все сядет на свои места. Нет, не устраивает. Что конкретно вас? Ну, цены не устраивают, высокие цены, потому что в основном работаешь на аптеку. Это хорошей жизнью приходится подрабатывать. Не устраивает, нет. Почему? Ну, вы же видите, какие цены, а зарплаты остаются на одном же уровне, правильно? Ну, то есть зарплаты не поднимаются особо, а цены высокие. Ой, это ужасно. Лично я пока, извините, лично я пока не пользуюсь так широко аптеками. Потому что, ну, вроде бы, хотя и возраст уже 68 лет, но пока чувствую себя хорошо. Но вот мои родители или моих друзей родители, они нуждаются, остро нуждаются в некоторых препаратах. Это ужас. Цены, конечно, не очень хорошие. Но это пока начало, я не знаю, что будет дальше. Сейчас аптеки предлагают достаточно, знаете, большой ассортимент. И получается, что одно и то же можно взять и разумная цена, и подороже. Поэтому я считаю, что, в общем-то, нормально.